Друзья мои, всем огромнейший привет! С вами Елена и добро пожаловать на мой канал. Все вы прекрасно знаете о недавнем нашем приобретении. Это автомобиль Lada X-Ray Cross. Вот. И мы были в магазине, но я не стала вам показывать никакие свои покупочки, они были небольшие, но мимо одной покупки я не могла пройти мимо. Это моя любимая ласка. И это новинка. Новинка арома уход 3 в одном. Уход за тканью, бережная стирка и утонченный аромат. Написано на 30 стирок. Здесь у нас объем 1,8 литра. Не могла пройти мимо. И не могла, конечно же, вам не показать. Но видео не об этом. Это только чуть-чуть маленько в начале, чтобы отдельное видео не делать. Я сделала свой сентябрьский очередной заказ в компании Oriflame. И, конечно же, спешу с вами поделиться. Куда Лена без Oriflame и без шикарных и отличных средств серии Феминель для интимной гигиены. Набрала в этот раз все разные. Давайте будем смотреть и буду с вами делиться. И первое — это экстра комфорт средства. Здесь у нас смягчающий крем-гель для интимной гигиены. 300 мл. Повторяю и не устану повторять. Средства отличные. Лучше этих средств я просто еще не встречала. Артикул 34504. Так. Первое. Следующее. Также серия Феминель. Также 300 мл. И здесь у нас уже освежающий гель для интимной гигиены. Артикул 34500. Друзья мои, кто еще не попробовал эти средства, я, конечно же, вам рекомендую. Пробуйте, вам обязательно они понравятся. Следующее средство также серия Феминель. Отличное, отличное. Прямо начиная от самой упаковочки. И это мягкий гель для интимной гигиены. 300 мл. Артикул 34501. Так. В этот раз, так как была хорошая скидка, я взяла все, которые были представлены. Следующее также Феминель. И это уже защитный гель для интимной гигиены. Артикул 34498. Так. И последнее средство, вот такое вот зелененькое с алоэ вера, и это уже успокаивающий гель для интимной гигиены. 300 мл, артикул 34499. Так, входит в кадр, входит, или вот чуть-чуть, вот сюда, вот. И по цене, сейчас я вам все скажу сразу, почему не стала говорить, потому что они все были со скидкой, и все по единой цене, цене консультанта 159 рублей. Заказывайте, друзья мои, вам очень они понравятся. И еще такой небольшой лайфхак, да, потому что они... В связи с тем, что они pH, да, этими средствами, я также знаю и также рекомендуют. Рекомендуют дерматологи. Этими средствами можно мыть маленьких детей и не бояться. Поэтому
Вот еще обратите на это внимание. Также куда я без зубных паст OptiFresh. Здесь 100 мл, система 8, и это у нас артикул 31131. Сейчас я вам скажу. Так, и это зубная паста кристальная белизна 95 рублей. Также была скидочка. Так. И еще одна зубная паста, также OptiFresh систем 8, то есть 8 способов, что она делает. Так, и артикул 31123. И это уже тотальная защита. Также 95 рублей. Друзья мои, за 100 миллилитров и за отличнейшую защиту от кариеса, очистку до скрипа, 95 рублей, это цена просто минимальная. Тем более сейчас скидка, успевайте и берите. Все, что я вам показываю, если это не новинки, друзья мои, я все это пробовала, и мне это все очень даже нравится. Также взяла, мне также нравится, я пользуюсь, и семья моя, вот такими бритвенными станками. Так, и одноразовых, набор одноразовых бритвенных станков. Артикул 29321. Артикул можно посмотреть. Так, и по цене 135 рублей. Отличные, ну, заявлено, что одноразовые. Понятно, мы русские люди, да, пользуемся не один раз, а несколько. И далее. И последнее, да, будут две новиночки. Я их не раз, ну, понятно, что новинки, да, это и понятно. Ни разу не брала и не использовала. Буду пробовать и делиться с вами в пустых баночках. Из серии Феминель. Вот такой я взяла нежный крем-гель для интимной гигиены и бритья. Я взяла именно не для... Ну, видите, да, что именно для интимной можно. Я взяла для бритья. Здесь 200 мл. Артикул 42579. И по стоимости этот нежный крем-гель 159 рублей. Так же, как и, ну, там у нас получается 300 мл, да, а здесь у нас 200. То есть разница, ну... PH также сбалансировано, все также запечатано, поэтому ничего не вытекет. Компания Oriflame к этому, конечно, всегда, всегда подходит основательно. И еще я заказала, так как Valore, это у нас получается уже... Третье, да, в компании Oriflame разновидность, так сказать, туалетной воды. Так, давайте сразу по стоимости я вам скажу, сколько. Так. Так, угу. Это даже не туалетная, а парфюмерная вода Valore Moments. Артикул 35600. Так. 35661 и по стоимости 639 рублей. Давайте откроем. Я уже подготовилась и маленько начала здесь открывать, и давайте почувствуем, что же здесь за аромат. Так, вот, вот такая водичка, вот такой вот цветок. Вот такая вот роза с зеленым колпачком. Здесь у нас 50
миллилитров. И еще раз повторюсь, что артикул 35661 «Любовь – это множество моментов, наполненных нежностью, словно грасская роза из множества лепестков. Каждый такой миг делает твою историю любви неповторимой, и каждый лепесток в аромате Валорема Мэнс украшает ее». Тип аромата здесь цветочный, фиалковый, розовый. Да, действительно, это так. Роза, роза. Ноты сердца – османтус, пион, магнолия, фрезия. А базовые ноты – это ирис, мускус, сандал и кедр. В сердце аромата – грасская роза. Это великолепный цветок, известный как роза сотни лепестков. Парфюмер Фабрис Пеллегрин выбрал за его чистоту и свежесть зеленым цветочными и медовыми тонами, раскрыв в аромате всю ее нежность и романтичность. Да, роза – это действительно нежность, это действительно романтичность. Вот, друзья мои, по аромату, да, он действительно цветочный, он действительно нежный, но сказать, что он мне прямо зашел, да, так, ну, я не могу, конечно, сказать. Я хотела попробовать и попробовала, и вот и поняла, что маленько, конечно, роза розой, да, но первый аромат, который был в компании Oriflame, также Valare, там больше таким вот, вы знаете, щербетом пахнет, мне та больше понравилась и больше аромат, конечно же, зашел. Вся покупка моя, цены я вам сказала консультанта, вся покупка, вот это замечательно, обошлась на сумму 2132, включая плату за доставку, 165 рублей. А вам, друзья мои, я хочу пожелать отличнейшего настроения сегодня, завтра и всегда. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем всего доброго!